Здравствуйте, ребята! Сегодня мы рисуем опять геометрическую фигуру. Сегодня у нас по заданию шар. Мы рисуем шар, гипсовый шар. Шар сначала мы компонуем на листе бумаги А4. Задание предназначено для первого года обучения в кружке изобразительного искусства станции юных техников. Так, для начала я набросочно. Мы вначале руку упражняли на прямые линии, диагональные, на круговые линии. Также мы упражнялись на овальные линии. Нам тут понадобятся круговые и овальные линии. Сейчас мы скомпонуем наш шар. Набросочно сначала. Набросочно я вот так вот сейчас скомпоновал наш шар. Теперь я также набросочно нарисую падающие тени от шара. Вот она у нас. Рисуем прозрачно. После того, как я набросочно нашел размер и местоположение, перехожу к линейно-конструктивному построению. Вот таким образом мы проводим осевые линии и измеряем, равны ли все стороны между собой. Вроде равны. Теперь, после того, как мы измерили, мы рисуем границу тени. Граница тени у нас вот так вот как-то она расположена. Вот, вот у нас граница тени. Вот у нас падающая тень, передний план. Передний план падающей тени это у нас. Теперь после мы начинаем постепенно штриховать по форме наш шар. Постепенно тоже штрихуем падающую тень. Сверху также продолжаем штриховать по форме. Идем от границы тени к глубине. Высветляем к глубине. Потому что внутри у нас тени должен быть рефлекс. Границу тени также растягиваем в сторону освещенной части. То есть делаем полутень между тенью и освещенной частью. Постепенно-постепенно сюда теряем. То есть мы таким образом растягиваем нашу границу тени, смягчаем таким образом тень. Не так, чтобы у нас там на границе тени, а чтобы одна линия была, да? А так, чтобы там у нас оно смотрелось как тень, как на натуре. Штрихуем вот таким вот образом, круговыми штрихами, так как у нас шар имеет округлую форму.
постепенно к сторону света мы теряем наши штрихи. И к глубине тени тоже, потому что там внутри у нас вот тут есть свет, да? Рефлекс такой освещенный. Переходим к падающей тени. Падающая тень у нас, начало падающей тени темнее, чем сам гипс. А потом постепенно он тоже теряет свою светосилу. Так, вот таким образом мы нарисовали наш шар. Тоже попробуйте нарисовать шар. Если у вас дома нету гипсового слепка, найдите какой-нибудь предмет округлой формы. Поставьте так с освещением, чтобы на нем был свет, тень и падающая тень. И попробуйте нарисовать. На этом мы завершаем наш этот видеоурок. Всем до свидания.